Друзья, вещание радио «Голос Анд» на русском языке подошло к концу. Напоминаю, мы вещаем каждую субботу с 15:30 до 16:30 по всемирному времени. В диапазоне коротких волн 31 метр на частоте 9500 килогерц. Пишите нам по адресу: Россия, город Воронеж, индекс 394036, абонентский ящик 585. Голос Анд. На следующей неделе мы ждем новой встречи с вами. Да благословит вас Господь! Приглашаем к радиоприемникам всех наших друзей, понимающих чеченский язык. Эти передачи для вас. Человеческая жизнь – это тайна. На протяжении столетий ученые, историки и философы пытались понять, что такое человек и в чем смысл человеческого существования. Человек старается постигнуть секреты Вселенной, но Вселенная по сей день остается загадкой. Библия открывает нам, что Бог – Творец, создал все словом своим. Он сотворил человека по образу своему и поставил его владыкою над делами рук своих. Все положил под ноги его. Но грех, непослушание, разделил человека с Богом. Иисус Христос является Спасителем, посланным в мир, чтобы решить проблемы падших и грешных людей и восстановить мир с Богом и благоволение к людям. Передачи на вашем родном языке помогут вам понять, как Бог делает из грешника святого человека и что Он обещает тем, кто последует за Ним. Бог в Христе примирял с собой мир, не зачитывая им их проступков, и вложил в нас слово примирения. Просим вас, примиритесь с Богом. Желаем вам благословения от Господа.